Всем привет. Иду я, в общем, в баню. На улице где-то минус 15. Банька в саду. Так, нужно отсюда пройти. Пойду по другому пути. Блин, красивые деревья вон. В снегу. Прям вообще изумительно. Там лесочек. Это все в городе. Вот и колледж. Какой-то нефтяной колледж, как его там, ну, как какой-то, название забыл, транспортно-энергетический, что ли, техникум, во, я в нем когда-то учился, год, ну, экскаваторщик, бульдозерист, тракторист, но так и не работал в России еще ни разу, один раз ездил так на недельку стажироваться. Ну, что-то потом начальство не устроило и обратно приехал. Такие вот дела. И вот теперь хожу, пытаюсь снимать видео какие-то интересные для людей и для себя. Но нифига пока не получается. Надеюсь, скоро придет гениальная идея, которая поможет мне раскрутиться. Набрать подписчиков, ну, минимум 1000. И... ну и куча просмотров, лайков, ну конечно дизлайков, все такое. Главная идея, желание и действовать, и ну вера, верить, что все возможно, свои силы, не знаю, силы свыше, которые тебе помогут, все будет содействовать тебе как бы на пользу, как благо, и не сдаваться. Ладно, вроде все. Хватит болтать, скоро уже дойду. Давайте, всем успехов.